Я уже больше года снимаю «Линию жизни». Это программа о медицине на Кубани, о лучших врачах Краснодара, о различных заболеваниях и о том, как оставаться здоровыми. Я побывала на самых разных операциях. Это и трепанопластика черепа, и пересадка сердца, почек, печени. В общем, меня уже ничем не удивить. Думаю, и вас тоже. Но есть у меня одна мечта. Многие женщины меня поймут. Я хочу красивую грудь привлекательного размера. И я настолько доверяю нашим кубанским врачам, что решила осуществить свою мечту именно здесь, в Краснодаре. Насколько безопасна операция по увеличению груди? Как выбрать врача и клинику? В какое время года лучше всего делать маммопластику? Вся правда и мифы о пластической хирургии. Все это я вам расскажу и покажу на личном примере. Интересно? Тогда смотрите нашу программу «Линия жизни» на телеканалах «Краснодар» и «Краснодар онлайн».